Теперь, чтобы сделать прививку от коронавируса, не нужно ходить в больницу. Вакцинироваться можно сразу после шопинга возле одного из торговых центров. Выездные ФАПы в эти выходные будут работать рядом с амбаром, космопортом и Мегой с 11 утра до 18 часов вечера. Он, по сути дела, представляет собой фельдшерско-акушерский пункт. Сегодня он работает как пункт вакцинации. Он оснащен всем необходимым для проведения вакцинации против COVID-19. Там работает терапевт и медицинская сестра, которая осуществляет вакцинацию собственную. Сделать прививку может любой желающий. Для этого не обязательно при себе иметь много документов, достаточно паспорта. Пациента осмотрит врач, проверит давление, сатурацию и температуру. И если нет противопоказаний, будет сделана прививка. Житель Самары Сергей Сорокин говорит, от коронавируса умерли его знакомые. Чтобы обезопасить себя и близких, он решил вакцинироваться. Бояться стал от всяких вирусов, то хочу, чтобы это пользу принести семье, детям, ну, чтобы здоровым быть, в общем. Прививку можно сделать и в поликлинике по месту прописки, а также в кабинете по адресу Мичурина 125, который работает круглосуточно. Но даже после прививки медики рекомендуют соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Виктория Шарая, События.